Здравствуйте, дорогие друзья, любители винограда. Сегодня 30 июля. И говорится о гибридной форме Загорулька Виталия Владимировича Кишмиш Соломия. Как вы видите, вот такая гроночка перед вами. И на той плоскости куста тоже Кишмиш Соломия. Данный куст, что касается Кишмиш Соломия, я хочу сказать, что обрабатывался после цветения гиберлином, гиберлиновой кислотой. У меня есть корнесобственный, это привитой, мы с Владимиром к нему подойдем, и вы увидите разницу, обработанная и необработанная. Проверим на бессемянности. Это гибридная форма с мускатом, заявленная масса ягоды 5 грамм, грозди до 3 килограмм. Очень крупные, вернее, так нету, что сказать, что до 3 килограмм, но они могут быть. С мускатом 21 градус выдерживает, 110-115 дней срок созревания. Скажем так, вот три ягодки, первые попавшиеся. Разрезаем их. Разрезаем и смотрим на наличие рудимента, да? Да, на бессемянность, на класс бессемянности смотрим. Смотрим. Пожалуйста, Владимир. То есть здесь, единственное, что вот здесь какие-то вот признаки есть тут рудиментов. Все остальное, первый класс бессемянности. Получается у нас 13,5 грамм. То есть это 4,5 грамма. 4,5 грамма для кишмыша — это очень даже неплохо. Сейчас мы подойдем к кусту, который корнесобственный и необработанный гиберлином. Вот, как вы видите, первый урожай. Здесь 5 гроздей. Вот такого плана. Она на самом деле соломенного цвета. Не зря Виталий Владимирович дал ей такое название — Соломия. Вот это без гиберлина. Вот такая ягодка. 4 штучки кладем на 15-30, да. Ну вот если уберем вот эту маленькую, совсем маленькую, вот 3 штучки, ну по 4 грамма кишмыш — это очень даже неплохо, я вам хочу сказать. Смотрим. Это без работы с гиберлином. Абсолютно ничего нету. Следующая по размеру идет. Вот одно такое, но это даже не косточка. А, ну совсем мягенькая, раздавливается сразу же. Ой, упала. Разрезаем следующую и смотрим. Вот такая большая ягода, тоже вот маленькая, мягкосемянничек. То есть я думаю, третий класс это смело можно назвать. То есть я думаю, гибридная форма достойная для выращивания, самое главное, она с мускатом. И такой соломенный цвет он получается. То есть, я думаю, перспектива есть.